потеряв Крым, ну вот мы рассуждаем, да, исходя из нашего анализа, у них что-то должно надломиться, что-то ощущение того, что это все не туда, все не так, что все обломилось. Они уже как-то готовят методически население, что такое, в принципе, ну, нет-нет-нет, ну, все возможно. Почему? Потому что им же нужно придумать какую-то версию. Война с НАТО, все дела, и вот мы, это временная передышка, уже такое я слышу, это даже если мы отступим, мы все равно накопим силы, мы пересоберемся, перепрошьемся и, значит, пойдем снова. Вот, то есть, и это важные такие признаки, такие сигналы.